I don't want to walk this earth if I gotta do it solo. Yeah, we used to be a team, running the streets, yeah, we was living out our dream. Сегодняшняя первая наша остановка, знаете, где будет? В контактном зоопарке. Мы едем мучить шиншилл. Но Герка сегодня встал в 7 утра, поэтому вместо своих 8:30. Поэтому он так говорит: мам, я немножечко отлучусь. Ну, на чуть-чуть, мам, пожалуйста. Я сказала: ну ладно, сыночек, отлучись. Так что мы сейчас посидим, подождем, пока он чуть поспит. И пойдем накручивать наши круги вместе с нашими любимыми животными. Посмотрим, кто там есть. Вот это у них драки тут. Ох, ох. И это кто тут пришел? Смотри, будешь давать кролика морковку? Да? Какой ты маленький. Мамочки, они все облепили. Лисичка? Ну мы потом сходим тоже, обязательно. Посмотри, давай подожди. Ой, это лисички домашние, обалдеть. Вау. Все, пока-пока. У нас Гера, у нас батя. Кто из Москвы, сразу скажу, что контактный зоопарк находится на речном вокзале. Герман на речном вокзале, ТЦ «Водный». Вот, и тут у нас, видите, всех животных, если сравнивать с тем, что мы до этого ходили, там мало кого можно было трогать, здесь можно лису потрогать, шиншилл, енотов, да, куча всяких барашеков, козликов, все чистенькие, аккуратненькие. Короче, нам здесь намного больше нравится. Ути, господи. Два другана в колясках, главное. Тихо, нет, не перелезать. А, это любовь, тихо, это как тихо. Это как любовь через балкон, знаешь? Да, да, да. Гер. Гер, лучше обними я. О, такой позволяет. Катюк, давно, наверное, всю жизнь мечтала на паровозе кататься. Я каждый раз сюда прихожу и прям вот бегом. Пока! Пока! Сверхчистая машина и водитель за рулем. Кисы у тебя там, да? Кошечки. Давай, давай, аккуратно, Сап. Держись за перила и поднимайся. В Москве уже неделю дождь, но мы гуляем. Хоть по чуть-чуть, но стараемся гулять. Пойдем Герману сейчас делать стрижку. Где ты будешь стричься? Пойдем в машинку сядем. Стричься пойдем. Будешь? Пойдем. Пошли, сядем в машинку. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. Помните, я уже гуляла в этой рамке красивой. У нас сейчас, правда, идет дождь, мы под стрижкой Германа сейчас пришли гулять. Ой, народу так же много, как и в выходные, не знаю почему. Хотя дождь да? идет. Долго будешь ждать? Причесон новый. А мы только что были на полярной станции. Да. Вот так взяли и полетели. Он такой страшный. Пингвиненка. Пороро. Мы завели пингвиненка Пороро. Веселый Пороро. Посмотрите, весь мы были на полярной станции, у нас даже носик красный. Всем привет. У меня сегодня поистине девчачье утро, потому что я должна сделать себе маникюр, педикюр и волосы. Я не признавалась, но мы едем отдыхать. Вот уже буквально через пару дней. Вы, правда, этот влог посмотрите потом, потому что все-таки я...
решила, что надо отдыхать. Я влог запущу, все поставлю программу. Когда мы будем отдыхать, вы будете смотреть эти влоги. Вот. Там буду просто снимать. Я дома приеду, буду монтировать. Вот сейчас иду мимо парка. Зелененькое у нас уже все. Должна была идти в салон, кстати, я в 17:00, типа вечера. Но вспомнила, что в Москве сегодня репетиция парада. И мне захотелось с Геркой, естественно, сходить, посмотреть танки. Пошла бы вечером, не успела. Так что я перенесла себе салон на утро. И сейчас мне все быстренько сделают, а вечером я вас с собой возьму на репетицию парада. Посмотрим всякие большие машины и будем слушать, как Герман кричит и восторгается. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything. Все, мы закончили, смотрите. Такие прям рассыпчатые, блестящие. Сейчас чуть-чуть надо подождать и пойду делать уже ногти. И педикюр я буду делать первый раз в жизни, представляете? В общем, поделюсь с вами впечатлениями, потому что реально я ни разу его не делала, потому что я не знаю, как так находилась. А из-за ремонта я сейчас не могу себе дома сделать никакой ремонт, у меня все мои ванночки спрятаны. Вот. Ну а так я прям волосы люблю после салона, блестючки. Здесь черный лак, а тут вот такой фиолетовый, ни рисунков, ничего, но вот вместе у меня вот такая адская смесь. Так-то я, конечно, хотела себе что-нибудь, ну, какой-нибудь опять двухцветный сделать, может, какой-то рисунок, но это занимает реально очень много времени, а так как у меня еще и волосы, то я не стала это делать, плюс мне свекровь позвонила и сказала, что Герман не хочет спать. Точнее, я ей набрала, она говорит, ну что, спите, и я бегу-бегу, говорит, не сегодня. Вот моя лыська. Смотри, покажись. Лыська. Ты колюченький. Кар-кар. Кто там кар-кар? Это хохма. Пока мы ждем танки, мы решили выйти еще раз погулять. Что-то там нас дезинформировали. Должны танки быть в 6. Мы вышли в 5:30, они вообще в 7. Вот, Герман обожает водить Нику. Аккуратно. Все смеются, над нами идут. Все, мы уже забрали папу, и сейчас будем все вместе смотреть на танки. Георг там сидит. Танки пускают же у нас партиями, да? Вот, кстати, мы еле домой попали. Вот здесь одна сторона, а есть вторая сторона Тверской. И мы живем на этой, и нам нужно было попасть на эту сторону, а закрывают переходы, когда едут танки. Я встала и думала, что мы вообще никогда не перейдем сюда, пока аппарат не закончится. Да, сам оденешь? Давай, ты умеешь одевать шапку? Во, вот. Ничего себе, модник-огородник. Да? Танк ты ждешь? Вау, скажи, какие танки едут, да? Обалдеть! Катю, и выезжаем на Лавбазар. Кто следит в Инстаграме, то знает, что мы с нашим магазином выставляемся снова. И да, сейчас мы выставляемся, быстренько там все это проводим. Ну как быстренько, с 12 до 19 мы там.
начало, я сейчас еще 10 утра, то есть я вообще на целый день-то уезжаю, и вечером собирать чемоданы, виз еще на руках нет, потому что греки не успевают всем отштамповывать, но я очень надеюсь, что мы успеем все получить. У нас сегодня вылет в 5 утра. Вот, мы такие смешные. На рейс уже зарегистрировались, чуть ли такси не заказала, а виз еще нету. Вот, сейчас маркет. И да, встретимся уже на маркете. И вечером тоже обо всем на свете. Ну все, мы приехали уже на место. Смотрите, здесь все ребята разгружаются. Вот. Сейчас будем что-нибудь. Самое, знаете, что плохое в этих мероприятиях? Что? Что самой хочется все скупить. То есть это мероприятие, для тех, кто не знает, здесь выставляются хедмейдеры. То есть все вот эти штучки, которые вы видите в Инстаграме, вам шутка все нравится. От вещей, не знаю, до... Вот это было платье, всякие грузунки, какие-то украшения, все можно найти здесь. Вот, и мы тоже участвуем уже второй раз. Вот. И, короче, сейчас пока мы в нас выставили, здесь такой вот, смотрите, фудкорт. Вот, смотрите, как это лучше без меня в кадре, как это выглядит. А, и сейчас я вам покажу, где мы стоим. И мы где-то вот здесь, вот Катюха с Дашей. Мама, они одинаковые, что ли? Они всегда же, да? Одинаковые. Расположились. Катюха в самолет спешит. Бегом, 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 у меня перевес. Да, у нее перевес, разбирает вещи. Беги, беги. Ко мне приехали гости. Давай. Скажи привет. Привет. Скажи привет. 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 Ты ваши? Да? Такой скромный, прям. Скромный. Ты что, да? Такой скромный? Да. Это наши YouTube друзья. Так что на Светочку я вам оставлю ссылочку. Посмотрите, какая у них даже папа оператор. Смотрите. Так что мы добрались до меня. Вот мы выставляем всю нашу пестрятину. Людвиг ван Бетховен, четвертая часть, лунные сонаты. Давайте. Представляете, хожу я тут, значит, фотографируюсь, и ко мне подбегает Полина, которую я вижу в первой жизни. Это, оказывается, моя подписчица, так приятно. У нее, оказывается, тоже еще по секрету есть свой канал, который, она говорит, маленький, давайте ей поможем вместе развиваться. Да, почему бы нет, подарила мне даже тут куличик маленький, Герману уточку. Вот. Ну, вы все слышали. Да, так что спасибо большое, что я нашла. Мне сейчас упакуют, смотрите. Да, спасибо. Обалденно. Ой, Бешко, Бешко, это твоя тема. Смотрите, сколько очочков разных. Блин, вообще офигенные. Смотрите, какие крутые. Смотри, смотри. Мне нравится вообще твоя. Заровская? Угу. Да. Я тоже у нее спрашивала, она говорит, тоже Зара. А я померила в Заре. Ананасы. Она такой там точно нет уже. А у меня фильма. Я купила себе очки, смотрите, какие такие. У меня кругленькие есть, но именно отражающих нет. Смешные. Надо завершить свой влог. Короче, ребят, это Атас. Время 8. Мы полчаса назад узнали, что мы получили визы. С учетом, что нам выезжать в 1:30 ночи, утра из дома. То есть мы весь день на иголках, на колючках. Ну, я там в маркете немножко отвлекалась, Аркаша здесь. Мы уже решили, что наши паспорта 100% потеряли. Я еду с мамой и с своего брата, женой и с тремя детьми. Им утром дали рано паспорта, а мы вот думаем, ну, нам не дают, значит, нас потеряли где-то. Нет, все, позвонили, сказали, что есть. Я сейчас в каком-то непонятном режиме буду собирать
чемодан, монтировать видео. Пойдем отдыхать, когда вы будете смотреть, я уже буду на отдыхе, буду там для вас снимать. Спасибо огромное, и все, я уже ура на море. Так что всем пока-пока, увидимся уже в воде.